что с тобой? Чепуха. Просто потратила слишком много силы. Если ты не сможешь идти... Не бросай меня здесь. Я этого ни за что не сделаю. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю, знаю. Нужно идти. Они заблокировали проход. Может, и я попробую... Предоставь нам. Спасибо за помощь, очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признайся. Один я бы в жизни здесь не прошел. Он ждет нас. Упрямый, Тхойна. Геральт, я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Интересно, насколько тебя хватит. Ха!
сосредоточься. Покажи, что умеешь. Скотина! Не надо за меня бояться. Давай осмотримся. Похоже, это лаборатория на... Так, посмотрим сообщение. Зираэль, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топей. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Где мы в последний раз были вместе? Не слишком-то много. Проклятие. Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Интересно, зачем они разделились? Возможно, дикая охота шла по следу эльфа, и так было безопаснее для Цири. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топей. Кейра, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховы топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают.
Именно они остановили Мор в Велине. Хм. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились... Отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Почему ты не сказала об этом раньше? Я же говорил, что Цири перешла дорогу какой-то ведьме. Я понятия не имела, что речь идет о них. И потом ты бы сразу бросился их искать. А нам сперва надо было убедиться, что Цири была здесь. Разве нет? Теперь я, разумеется, расскажу тебе все. Теперь, когда я провел тебя через пещеру? О, ты правда так плохо обо мне думаешь? Наверное, у тебя предубеждение против чародеек. С чего бы это? Как мне их найти? Болото обширно и опасно, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Сладостей? А, точно. В Каэр-Морхене не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я правда верю, что ты найдешь Цири. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Хорошая мысль. Зачем мы вообще пришли? Таинственный чародей-травник. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Должно быть, он сам сжег эти записки. А хоть и на них насрать. Значит, он знал, что его ищут. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Кто-то наложил иллюзию.
Любопытно. Зараза. Кто-то наложил иллюзию. Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу, ты поможешь? Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Гвеллаглан! Очередная загадка. Здесь надпись. Покажи. Ты можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть, да и выходит бессмыслица. Надо подумать.
никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. О, трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песнь. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Да, похоже на загадку. Ну ладно, попробуем с этим разобраться. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий... Подожди. Что-то произошло. И правда, как будто за стеной что-то сдвинулось. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. Четыре одинаковых статуи. Получилось! Это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но... Большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Ты это ищешь? Ага! И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда? Медальон дрожит. Это место силы.
место силы. Отсюда изливается магия. Идем? Иллюзия. Фух. Наконец-то. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цире. Что-то важное. Ты собираешься на Кривоуховой топе? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что... Ты еще заглянешь? Конечно. Я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кейра. Вперед, плотва! У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать не буду. Зачем ему были нужны крысы? Сучьи твари! Лопаты бы их порубил или потравил бы, что ли? Ты видел, что он с ними делал? Кейра? Что ты тут делаешь? Геральт! Ну, ты меня и напугал. Ну нет, колдун говорит, принеси мне крыс, только чтоб здоровые, а не у кота из глотки выдавленные. Это светильник из эльфской шахты? Что там насчет крыс? Ах, ничего серьезного, потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело.
Зачем тебе этот светильник? Ты же виден. Чтобы общаться с потерянными душами. Не знал, что тебя интересует магия такого рода. В этом нет ничего дурного. Ну да. А с чего вдруг эльф пообещал тебе светильник? Это был обмен. Ему требовалась сильная магия, и он почувствовал, что я непростая заклинательница бородавок. Я приготовила ему микстуру, замедляющую деградацию нервных тканей. Это лекарство может, например, остановить потерю памяти. И кому он собрался его давать? Он не сказал. Я просто обязан тебя спросить. Что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты не видишь, что ли, что творится в мире? Ты о гонениях на чародеев? Да. Я говорю о новом увлечении Родовида. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и поперек. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травниц. Ну, к делу. Наверное, от прежней колдуни тебе досталось порядочно рухляди. Это еще мягко сказано. Хочешь взглянуть? Да, с удовольствием. Ты говорил, у тебя есть какая-то просьба? Да, есть. Ты же слышал о проклятом острове на озере Моречка? Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают.
и будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь? Ну, проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся Всерад, властитель этих земель. В деревне, говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Так значит, крестьяне приплыли на остров за едой, а властитель приказал их перебить. В деревне, говорят, он их отравил. Какой симпатичный правитель. Я с ним не встречалась, но чародей с острова рассказывал о нем. И по рассказам Всерад не показался мне таким уж жестоким. На острове жил чародей? Ты его знала? Что с ним стало? Мы были друзьями. Он погиб вместе с остальными. Там почти никто не уцелел. А те, кому удалось бежать с острова, позже умерли в мучениях. Но не думаю, что это был яд. Почему для тебя это так важно? Не для меня, а для местных мужиков. Расколдуйте остров, барыня, вы же такая могучая колдунья. Пристали, покоя не дают. И что? Мне казалось, ты не особенно считаешься с местными. Ты же такая могучая колдунья. Если я не сниму проклятие, они могут решить, что не такая уж и могучая, чтобы рисковать и прятать меня от охотников за колдуньями. Не думал, что тебя настолько заботит чужое мнение и собственная репутация. Ха, слушай, я не для того забралась в этот медвежий угол, чтобы так нелепо попасться из-за какого-нибудь хама с траурной каймой под ногтями. Я тебе помогу. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на Коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Может, ты просто сплаваешь со мной? Я уже пыталась пробраться на Коломницу. Но магия проклятия слишком сильна, у меня чуть голова не раскололась. И поэтому ты посылаешь туда меня? У тебя просто задрожит медальон, а у меня кровь хлынула носом. В Аритузе меня учили распознавать тончайшие колебания магии. А это было как удар кистенем. Ладно, не оправдывайся. Можешь взять мою лодку. Я оставила ее на берегу, рядом с деревней. Думаю, она до сих пор там. Если только не сгнила, как и все в этих краях. Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. Откуда у тебя ксеновокс? Я нашла его в шахте вместе со светильником. Сначала я подумала, что это часть светильника, и только потом поняла, что попало мне в руки. То есть он принадлежал эльфскому чародею? Да. Я и не знала, что эльфы пользуются такими вещами. Никогда не слышал о ксеновоксах. Это примерно то же, что и мегаскоп, но гораздо удобнее. Просто говорящая магическая коробочка. Его сложно сделать? Очень. Поэтому они настолько редкие. Я бы точно не сумела соорудить ничего подобного.
То есть ты не думаешь, что в ближайшем будущем каждый чародей заведет себе по ксеновоксу? Очень в этом сомневаюсь. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И, Геральт. Mm-hmm. Спасибо. Быстрее.
Будет немного мяса, шкурки на продажу. Я почти на месте. Прекрасно. Когда я вызову тебя по почте? Погоди, этот ксенолокс, я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься моей женской интуиции. Чему? Женской интуиции. Чудесно. Что? Не слышу. Ну вот, уже сломалась. Недолго продержалась эта магия. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожен. Что, драться расхотелось?
Интересно, что их убило. На трупоедов не похоже. Thank you.
Распогодилось. Свежие останки. Эти люди пришли сюда уже после смерти помещика. Попробуем светильник Кейры. Спохватились? Не впустят Грахма. Тихо, дурень. Будешь так громко клювом щелкать, так и сам барин услышит. Где его? Он сидит себе на пуховых перинах, мясом обжирается. Ему, небось, невдомек, что сейчас из него ремни начнут резать. Дорога свободна, мужики! Дави их!
сука! Милка, уходить надо. Ну что ты там, живей? Милка! Милка, что с тобой? Не знаю. Горячо. Жжет. Что? Нет. Не подходи! Не оставляй меня. Ну, сколько мне еще ждать?
бросили нас. Глянь, все смылись. Значит, доберемся вплавь. Давай. Добро тут, что ли, оставить? Ты плыви. А если найдешь лодку, возвращайся за мной. Ха, да почему же не найду? Оглянуться не успеешь, а я уже вернусь. Интересно, что их сюда привлекло, голод или алчность?
крыс очень много. Живых почти столько же, сколько мертвых. Знаешь, что они тут жрут? Похоже, эти крестьяне пришли сюда не с вежливой просьбой. Где барин? А вот он, лежит себе тихохонько. Башка треснула, как дыня гнилая. Валяется, весь в крови и в дерьме, совсем как мужик. Никакой в нем важности не осталось. Слишком быстро его убили. Пускай бы сперва помучился. Так это еще не все. У него сыновья остались. И дочка. Пойдем наверх. Следы крови. Здесь убили нескольких человек. Они квелые. Глистатые все, или как... Ой, фу, как воняют! Займись мушевышиванием и не морочь мне голову этой деревенщиной. У тебя в голове засел этот простак, и теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахов. Господин мой, мужики ворвались в башню. Только золото! Покойникам-то уже не пригодится. Аж странно, что не растащили.
столько времени после смерти барина. Кто здесь? Отзовись! Есть тут кто? Ты кто? Наверху башни. Я на последнем этаже, но лаборатории здесь нет. Значит, на самый верх ты еще не добрался. Поищи какой-нибудь проход. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Кстати, отличная. Зачем ты меня оставил? Ты же говорил, что любишь меня. Мне так холодно. Почему никто за мной не приходит? Я не могу отсюда выйти. Кто ты? Ты тоже хочешь меня обидеть? Я ведьмак. Я хочу снять проклятие, которое висит над островом. Но кто ты? Другие духи меня не видели. Я исключение. Я всегда была исключением. Дочь помещика, самая красивая. Все эти земли, куда ни взгляни, были наши. Мы укрылись в башне чародея, чтобы переждать войну и трудные времена. Ненадолго. Что за чародей здесь жил? Его звали Александр. Я плохо его знала. Он все время сидел в этой башне. Знаешь, он тоже умер. Все умерли. Целые горы трупов. А я все равно одна. Совсем одна. Все меня бросили. Даже тот, кто клялся мне в вечной любви. И ты тоже меня оставишь. Если я сниму проклятие, ты сможешь уйти. Расскажи, что случилось в башне? Говорят, крестьяне приплыли сюда просить еды. Это так? Нет. Они пришли красть и убивать. Думали, мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей.
Но у нас тоже было мало еды. Нам нечем было делиться. Они перебили всех. Я слышала, как кричит отец. Но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать. Он дал мне эликсир. Я должна была его выпить, если меня найдут. Он сказал, что все будет хорошо. Что это был за эликсир? Ты помнишь запах, цвет? Помню только, что боялась его пить. Ты не доверяла магу? В деревне говорили, что он занимался заразами. Не лечил их, а наоборот вызывал. Говорили, будто он заманивал в башню крыс и заражал их Катрионой. Это только слухи, конечно. Но мне было так страшно. Я услышала голос моего возлюбленного Грахама. Он звал меня. Я открыла, но за ним вошли другие. Они набросились на меня и